Как-то приходит ученик, пропустивший предыдущий урок, то есть прошло между уроками уже чуть больше недели, приходит, спрашиваю, ну как ты, хоть занимался? Да, занимался, каждый день сидел. Ну хорошо, доставай нотки, залазит в пакет с нотами, специально, о, моя шапка! Я говорю, ну и что? Да как, я ее уже неделю ищу!